Мировые цены на нефть растут на фоне ожиданий реализации соглашения ОПЕК об ограничении добычи. Ранее стало известно, что страны ОПЕК находятся на финальном этапе согласования этого соглашения. Договор должен быть готов к 30 ноября, когда в Вене пройдет встреча министров стран-членов нефтяного картеля и планируется принятие официального решения о сокращении добычи, квотах стран и сроках сокращения. Котировки марки Brent к вечеру вторника подорожали на 4%, а цена на техасскую нефть выросла почти на 5%.